Всем здравствуйте. Недавно я услышал о том, что в Москву в наш офис приедет уникальный человек, профессор, который лечит людей водой. И его результаты меня потрясли. Человек в своей клинике за 15 лет, ну, может быть, не всех вылечил, но у всех были положительная динамика, у него было более 40 тысяч пациентов. Эти цифры меня просто очень удивили, мне захотелось лично этого человека увидеть, я специально приехал в Москву. Вчера мы несколько часов слушали очень подробную лекцию. В 2003 году я впервые увидел по телевизору передачу о том, что есть мертвая вода, есть живая вода. И как ученым впервые удалось сфотографировать уже вот эти снежинки, все видели эти фильмы, структуру воды. И я всегда думал о том, что если мы на 70% состоим из воды, мозг состоит на 80% из воды, то очень важно, чтобы внутри нас была живая вода, а не мертвая, которая течет в кранах, в водопроводе, которую мы пьем, там, кока-колу, все такое. И вот в руках у меня величайшее такое изобретение этого профессора, его зовут Хачатрян Ашот Папикович, посмотрите в интернете. Этот прибор как раз индивидуальный, мы можем его спокойно так носить и заряжать и менять структуру воды буквально за одну минуту. В Красноярск он приезжает 15-17 числа, очень рекомендую попасть на личную встречу с ним. Всем здоровья, пока!